Всем привет, с вами Артём, РКВ-676, и сегодня мы будем играть в такую игру, как Dragon Nest. Мне ее посоветовал друг, и я еще не знаю, как бы, на что думать на нее, о чем же это или еще что. В общем, вот, у меня тут уже был персонаж какой-то, давайте играть. Попробуем что-нибудь сделать. Я это исправлю. Что это? Не показывать, закрыть. О. Эликсир маны. Так, куда нам идти? Ну вот сюда. Окей. Может быть, буду снимать прохождение, может быть, нет. Извините, что такой голос, насморк. Приболел. Войти. Что тут делать-то? Мочить этих даунов. Как эту фигню собирать? Я забыл что-то. Ага. Понял. Так, вроде все собрал. Так. Ну вот туда. Скоро вот новый уровень обнем. И будем счастливы. Так, налетаем. Ты куда пошел? Сейчас секунду сделаю звук потише. Не тут. Вот так. А то что-то громковато, по-моему. То ли это у меня так поставлено громко. Вот по видео посмотрим. Куда там дальше? Понял.
раньше такого не наблюдал. С тобой говорить надо. Годи, нужно срочно спасать. Да-да-да, ты что-то-то. Давай, давай, давай. Я буду ждать Лёву здесь, сколько потребуется. Потребуется. Опять респа, опять все лагает. Лагает. Куда идти? Ага. Будь здоров, дед. Защищать мирных жителей. Ага. Насморк. Так, куда нам идти? О, у меня уже 5-й уровень, ничего себе.
Что это такое? Кель какую-то надо... Я понял. Так, у нас тут 4, у меня в инвентаре 4, получается, все верно, что ли? Ну, в принципе... Все тогда. Ну, куда идти? Кажется, понял. Пошла. Уже задолбали. Иди сюда. А это что? Денежки. Рычаг. Но я такой слепой, что его не увижу. Я запутался, а вот, да? Нет. Я слепой. Давай. Давайте тогда на этом, пока меня не увидели, закончим эту серию. Если вы хотите продолжение этой игры, то пишите в комментариях, обязательно буду снимать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч, пока-пока.